Конституционный суд Таиланда в среду отстранил премьер-министра Сетхутхависина от должности. Причиной стало то, что премьер назначил в свой кабинет бывшего юриста, отсидевшего в тюрьме. Магнат недвижимости Тхависин стал четвертым главой правительства Таиланда за 16 лет, отстраненным от должности по решению того же суда. Согласно постановлению, премьер нарушил конституцию, назначив министра, не соответствующего этическим стандартам. Сам уже бывший премьер в своем выступлении принял решение суда. Я уважаю решение Конституционного суда, но хочу сказать, что на протяжении всего моего пребывания на посту премьер-министра я старался делать все правильно. Я искренне предан своей работе, выполняю ее честно и добросовестно, прислушиваясь к мнению всех сторон. Сетхутхависина отстранили после менее чем года у власти. Теперь парламент должен собраться, чтобы выбрать нового премьер-министра. А это означает, что страну снова ждет политическая неопределенность. Я не слишком беспокоюсь о политике. В конце концов, будет кто-то новый, чтобы заменить премьер-министра. Я не слишком шокирована, потому что таков Таиланд. Если говорить о новом премьер-министре, то теперь от парламента зависит, кого они выберут и что думают. Мы, граждане, просто ждем ответов сверху. Последние 20 лет Таиланд сотрясали перевороты, а суды то и дело принимали решения об отстранении политиков и о распуске политических партий. Отметим, тот же суд на прошлой неделе распустил оппозиционную партию «Движение вперед», постановив, что ее кампания по реформированию закона против оскорбления короны рискует подорвать конституционную монархию.